Свое название порода получила от кочевых племен северных регионов Урала и Сибири – самоедов, сейчас известных как ненцы. Собак, которых они держали, стали называть самоедскими собаками или просто самоедами. В отличие от большинства других собак, самоеды очень любят морепродукты. Самоедские собаки линяют всего два раза в год, не имеют особого собачьего запаха и не склонны к появлению перхоти. Именно поэтому они считаются гипоаллергенной породой. Самоеды умеют замирать. Например, если спящий человек обнимет такого песика, тот постарается не шевелиться, чтобы не нарушить сон человека. Чем ниже температура воздуха и сильнее мороз, тем больше распушается шерсть самоеда на улице. Задавайте свои вопросы в комментариях и до скорой встречи на канале Хвост Ньюс. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.